Правительство России и дальше будет поддерживать и поощрять любые формы участия капитала, как российского, так и иностранного, в топливно-энергетический комплекс России. Мы абсолютно убеждены, что благоприятный инвестиционный климат нельзя создавать для кого-то. Благоприятный инвестиционный климат создается только для себя. Если климат будет достаточно благоприятен для того, чтобы российские компании инвестировали в экономику, значит, он будет достаточно благоприятен и для любых иностранных компаний. Второй процесс, который при этом параллельно проходит, это процесс политической торговли и дискуссий, которые меня безуспешно пытаются втянуть. Могу совершенно однозначно сказать, что это ни у кого не получится. Ни режима торговли, ни режима разговора с позицией шантажа невозможно. Моей задачей является не понравиться кому бы то ни было. Это не так сложно на самом деле. Несколько уступок по пунктам программы, несколько уступок по кадровым позициям могут достаточно легко решить проблему, нравится или не нравится, получить голоса или не получить голоса. Задача принципиально другая. Карапетян Саад Альбертович. Да? Унатор, да. Вот он здесь сидит рядом, поскольку слова не будет, до него очередь не дойдет. От имени фракции, от его имени я прошу этот пункт снять для дальнейшей доработки. Законом о счетной палате это установлено. Все заключения счетной палаты направляются в Генеральную прокуратуру. И Генеральная прокуратура, независимо от того,